Начну запись, подожди. Ира, как машина выезжает. Живность он в тебя убегает. Малыш, малыш, Андрей, позови малыша. Малыш, я позови. Нет. А ничего, что ты голопузый? Звездам в это не поверю. Балабай, ешь всех! Ты тут главный! Все, ребят, мы выезжаем. 21:21. Время X. Да, мы еще не выезжаем. Ну что? Не, ну выезжаем же с дома. Ну как выезжаем? Да. Так, ты, наверное, выезжай. Ну как бы, а я мелкого закрою тогда. Какого? Вот этого. Где ты его закроешь? Ну там, где поросята были. Он выходит же оттуда. Ну потом, когда мы уже уедем, он выйдет. Хорошо. Поехали. Блин. Фара одна горит, там только подсветка. Начало положено. Блин. Да, 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 конечно. До полного заливаем. И мчим. Помню, а тут, наверное, не видно. Показать вас хотел. Не надо. Нифига, ну не видно. Не, как вы сидите. Не надо. Головы одни торчат. Это хорошо. Размяться чуть стали, блин. Так, с енотом у нас не получилось. Поэтому у нас получилось, как его зовут? С морским бризом. Морский бриз. Морской бриз. Подержи, пожалуйста. Дайте попозже. Мы устали, ребят, нам выспаться, а потом мы как все расскажем. Мало не покажется. Да, сейчас мы кофе жахнем, конфетку, спать. А водички никто не хочет принести. Жаль. Ночь не будет пить кофе. Проблема. Не хотите идти за водичкой, пожалуйста, не будете пить кофе. Нету ножек, нет мультиков. Ну, чекать, нет, ножек нет. Нет ножиков. Ой, ножиков этих. Ножек. Ножек нету, нет мультиков. Пойдем, поможешь чуть. Сейчас палатку разложим. Легким движением руки. Подожди, это самое. Мы сначала под палатку, я хочу. Да давай разложить, она движется хорошо. А, ну хорошо, давай. Хоп. Вот так. И домик. Раздвинуть. И домик. Сейчас. Вот. Эту середку на меня. Залипло. Тяни.
Нет, вниз. Нет. Нет. Все. В 5 секунд легким движением руки у нас есть домик. Замучены и страшно, ребят, не выспались. Особенно досталось Иришке. Что так чихаешь? Угу. Это наш завтрак. Сейчас будет кофе, яичко. Пойди хлебушек возьми. Сейчас. Там на этом, на задней полке лежит. Я думаю, картошка показалась. Но это с творогом, это с диким творогом. С диким. С мяукающим. Ребят, проснулись после длинной дороги. Пошел дождь. Японский бог. Ну, вернее, проснулись от того, что пошел дождь. Целлофанчик одели. Ну, у малого не протекает за это палатка. У нас в целлофане. Тут тентом дополнительно накрыли, но не знаю. Ну и сам я тоже в целлофане, ну, соответственно. Я не могу иначе. Ой. А что ты с палатки вылезла? Там хоть, ну, лежала. Там лужа, Андрюш. Э? Там лужа. Ой, ребят, дождь что-то припускает. Ира смотрела прогноз. Дождь сегодня-завтра. Кайф. Ехали на море. Ну, хоть на недельку, может, выпадет погода еще, ну, нормальная. Гляньте. Прям ручьем вода течет. Хорошо, как опытные парни, ну, взяли с собой целлофан. Маловато, правда, но взяли. Вот. Как бы как хорошо. Тень. Воздух. Посмотрю, вот то место все более привлекательным смотрится возле беседки. Селепню. Ну, это когда дождь. Пойдем, если, ну, как бы, если... Да не будем мы переезжать, Лев. Чего пойдем? Просто хорошее местечко освободилось. А чем тебе тут плохое? Ну и я о том же. Самое близкое к морю. Тень тут вообще шикарная. Ну, воздух, лес. Не, ну а к чё? Просто как бы на открытой площади, знаешь, ну, как бы я смотрю, что на открытой площади... Дождь, он очень мелкий. А здесь крупные капли за счет того, что, ну, как понял ты, это самое. Дождь просто уже прошел, тут его вообще нету. А. Он просто утихать стал, все. Не, он сегодня до вечера. Не, я понимаю, я тебе сейчас говорю, это не открытое место. Завтра это самое. Завтра дождь будет еще сильнее, завтра будет дождь с грозой. Ну что, гроза это не значит дождь больше. Он может вообще. Прям крупные капли нарисованы. Ну, прям сильный. Тент натянем, ничего страшного. Ягода малина. Если солнышко будет, то глянь, сколько ее будет. Ну, она шита, Ир. Еще живика. Не спила. Я, ну, понимаю. Я же, если солнышко будет, думаешь, она быстро поспеет? Посп... Конечно. Она прям вообще зеленая. Ну, она быстро нальется. Иман. Че, кисло? Кислая, конечно. Малина, все, ягода, малиночка. Это ежевика. Ежевика. Она полезная. Ребят, ну место шикарное вообще, если останавливаться, вот как не в дождь. Зелень и тьма. Ягодки вон, подъедать можно, выжить. Поедай сладкий ягель. Пошли. Пока добираешься до моря, можно это самое. Перекусить. Да. Да хватит ты. Питаться ягодами, кореньями. Да. Груш. Ну, такие поспелее. Ну, это ничего, да? Ну. Да ешь, ну что ты. Ешь. Сейчас трассу на пляж покажем, ребят. По-взрослому. Надо это, пойти планку. Сходим, купим, можно. Просто как бы даже в душ сходить я не смогу пойти в душ, потому что... Я понял. Нет, чем. Ну, сходишь в моих... Поначалу. Ну, хочешь, сейчас сходим? Нет, нет.
на рынок. Не принципиально, можно и к вечеру сходить. Так уже вечер. Четвертый час. А, уже вечер. Пока дойдем уже, не знаю, пять, наверное. Да. Нормалек спускаться. Ну тут как это, к школе Шаолинь подниматься. Пойдете. Тут чуть-чуть ступеньки заканчиваются. Не, ну это не, еще ну, ничего. Природа. Не-не, нормально. Это не еноты, блин. Тут дерево пошло, ребят. На спуск. А, тут цивилизованные лестницы рядом, да? Она... Ну они почти стыкуются, не почти, ну как. С этим санаторием. Ну там, видишь, код замок, надо залезть. Да, да, да. Ну я имею в виду, что это самое. Тут вообще прям цивильно-цивильно. Там какая-то сторожка стоит. Чтоб враги не просочились. Ага. Смотри, скользкие доски, мокрые. Хорошо. Можно куякнуться. Вот тут ступеньки нет. Опа. Море, море, благословенное море. Ради чего весь этот напряг, дождь, слякоть, невысыпание. Ну, ты знаешь, тут прям не так как бы и страшно все. Не, ну долго идти. На том этом, ну, ближе было, как на волне. Гораздо ближе. Не, ну все равно это не еноты. Недалеко, Андрюш. Ну, прямо, приемлемо. Приемлемо. Блядь, смотри. Ты смотри, они скользкие. В начале. А там уже гамаи. Еман! Теплая пиздец. Такое греться можно залазить. Вообще теплая пиздец. Да ну может. А, еман, вот это да. Ребят, вода теплая. Да я такое не помню, чтобы когда-то такая была. Может просто, что на улице прохладно. Но вода писит, я вообще ее не чувствую, ну захожу. Че? Не, ну дождя уже как бы нет. Кайфую. Сегодня без тебя кайфую. Че как там? Попробуй. Вообще огонь. Ну разуйся как. Ладошкой. Не верь глазам своим, чекай. Блин, сука. Капелька прилипла к экрану к этому. Наверное, буду такой вот, как рыбий глаз с одной стороны. Вздутая щека. Он же не на весь этот капелька. Вот это вода. О, нет, какой-то нет. Вот один был, помнишь, когда мы приехали утром, пошли купаться, прям рано-рано. Тоже вода была очень теплая. Зима. Осюсение. 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 Смотри, чтобы не скрючивать, я понимаю. Нет, теплая вода, что-то не скрючь. Очень теплая. Офигеть. И не мутная, но как не штормила. Ну как, непрозрачная, да, но не так, что водоросля и медузы плавают. Ну светится что-то там. Ага, сверху, светится. Сзади, спереди. Да, все светится. Пошел, ребят. Аккуратно. Аккуратно. А? Аккуратно, говорю. Это вход был не очень. Как эстетично. Давай я дам тебе кофту.
Хорошая мысль, ребят. Мокрая. Ты майку хочешь одеть? Ну да, я еще. Давай я тебе кофту дам. Не мочил. Фух, пойдет, не надо. Пойдет, солнце выйдет, вообще будет огонь. Это пока не огонь, пока солнца нет. А с солнцем купе будет огонь. Блин, вход это не считается. Я потом зайду элегантно. Да, хорошо. В другой раз, в следующий. Со солнцем когда. Трущить. А сейчас доски, конечно, скользковаты чуть-чуть. Веду их. Никуда не торопиться, идти просто. Ну да. Фух. Вот она. Лестница смерти. Для пузатеньких дядек. Фух. Шаолинь. Это же не из этих. Да из тех. Опа. Нормально. Нормально. Ира подотстала. Ты же под конец дулся. Конечно. Ребят, под водой, ну тут на этом пляже, большие камни. Лучше туда, в сторону волны пройти чуть. Там пляж огонь. Это уже знакомая история. Далековато, но кайф.